С начала года более 10 тысяч семей получили адресную социальную помощь на сумму 2 миллиарда 900 миллионов тенге. В рамках АСП детям в возрасте от 1 года до 18 лет предоставлены гарантированные социальные пакеты. В частности, дети в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечиваются продуктовыми наборами и предметами гигиены. От 6 до 18 лет будут обеспечиваться питанием и в школе, учебными принадлежностями и школьной формой, а также возмещаются с расходы на проезд в школу. В общей сложности в регионе обеспечены государственными пособиями, независимо от размеров доходов, около 32 тысяч многодетных семей.